Наш марш мы начали из-за несправедливости. По дороге на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 22 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти, о чем много раз говорилось. Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских солдат.